Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться серую кнопку «Вы подписаны», а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! И всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. Чико Хикс уже уходит. В общем, хочу рассказать, что сегодня случилось. Я спал спокойно в своем гараже ночью после турнира, в котором я выиграл Чико Хикс. И что произошло? Чико Хикс забрался ко мне в гараж и украл все мои кубки, радиатора, поршня и все, что у меня было. Все награды и все деньги Чико Хикс взял просто и украл. И сегодня в этой гонке мы должны его догнать, выиграть и забрать у него все, что принадлежит нам. Поэтому поехали прямо сейчас незамедлительно и начинаем эту гонку, потому что Чико реально уже обалдел. Посмотрите на него. Он сказал, что он отдаст только в том случае, если мы его обгоним в этой гонке. Он слишком уже обнаглел, я считаю. Поэтому нужно с ним уже расквитаться. Этот дурацкий Чико Хикс даже ночью, вот представляете, я спокойно спал в тачке онлайн, и он просто напал на меня. Ого, что происходит? Какие трактора, тут трактора. Я просто спокойно спал ночью, и Чико... Вау, что происходит? Офигеть! Экшен, 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 экшен. Такого я не считал, что такое произойдет. Я просто спокойно спал ночью, и Чико Хикс напал на меня, на мой дом. Он разрушил все в моем гараже, украл мои все кубки. И сегодня я ему отомщу и заберу все, что принадлежит мне. Что бы мне ни стало, какой бы это ценой ни было, я догоню его и заберу все, что должно быть моим. Потому что Чико ведет себя неправильно. И как бы... что не было, проигрыш нужно принимать таким, какой он есть. И нельзя быть таким, как Чико. Все-таки играть честно, это лучше, чем играть плохо. Потому что лучше я, конечно же, выиграю в турнире или там проиграю, но я не буду никого там обвинять в этом. Я проиграл и проиграл, все. Но воровать чужие кубки, мне кажется, это довольно-таки низко. Мне лично так кажется. Я не знаю, Чико Хикс далеко ли от нас уйдет, но пока что я его не вижу вообще на радаре. Что-то он хорошо оторвался. Он намерен, видимо, не отдавать мне ничего, но ничего. Я его все равно обгоню, и какой бы мне это ценой не было, Чико Хикс заплатит. Заплатит за то, что он это сделал. Он заслужил того, чтобы я его догнал и забрал все свои кубки. И пускай все знают, какой Чико Хикс обманщик и ворюга. Глупая ворюга, но куда бы он далеко бы не ушел, все равно я его догоню. Все равно. Чем бы мне это ни стало бы, Чико Хикс заплатит за свои вот эти грязные, вонючие поступки. Ну, конечно, он далеко. Далеко, далеко, далеко. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Блин. А я вот боюсь, что у меня не получится догнать его. Потому что, посмотрите, ребята, а где он вообще? Куда он пропал? Офигеть, мне это не нравится. Мне это не нравится. А где он вообще на карте? Я его не вижу. Я его просто не вижу. Куда он попал? Где он? Черт побери, куда он подевался? Разве так можно играть вообще? Мне кажется, это какой-то нечестный турнир Чико Хикс. Я не знаю, так разве можно ли делать, но я его вообще не вижу. Его на карте как будто просто нету. Черт. Он опять, видим... он вышел из гонки. Какой же он козел. Ладно, мы попробуем переиграть эту миссию. Надеюсь, он с этой гонки не выйдет. Так, конечно, играть нечестно. Просто брать и выходить из гонки. Но мне кажется, это глупо просто. Ребят, поэтому досмотрим видео до конца. Посмотрим, получится ли у меня сегодня забрать то, что принадлежит мне. И не дать Чику выиграть меня. Сегодня мы это проверим и посмотрим, что у меня получится. Будем играть по кратчайшим путям против Чику, как бы он быстро бы не ехал. Я его все равно обгоню. Пока что я буду ехать прямо за ним. Постараться не опаздывать и обгонять его. Но иногда сложно становится, потому что меня бывает заносит. И Чико Хикс, он... Смотрите, посмотрите, что он делает. Он использует лайфхак пути для себя. Он для себя показывает, какие лайфхак пути он знает. Вот это мне... Он реально очень хитрый игрок. Очень хитрый и сложный игрок. Я надеюсь, что он мне попробует... Я постараюсь у него забрать. И я у него это сделаю, я у него заберу. Но он очень быстрый. Он прокачал свою тачку просто на суперский уровень. Я не знаю, он прям очень хорошо. Он очень хороший игрок. И... Я его просто не вижу. Я его просто не вижу на этой карте. Куда он мог пропасть?
Посмотрите, его тупо нету. Его тупо нету, и все. Как так? Просто как так? Что делает Чико Хиггс, чтобы настолько быстро меня обгонять? Я не знаю, у меня скорость может быть не такая быстрая, но он реально отрывается. Он очень отрывается далеко. Я на 10 секунд хуже, чем он едет. На 10 секунд. Мне нужно максимально выложиться, чтобы его обогнать. О боже мой, мне кажется, это будет реально сложно. Я не знаю, получится ли у меня забрать мои кубки или нет. Но Чико Хиггс жульничает. В какой уже раз он жульничает просто? Это нечестно, я считаю. Я считаю, что это нечестно. Я даже не знаю, что делать. Посмотрите, его тупо нету на карте. Вот как мне его обогнать, когда его нету? Его просто нету. Он куда-то потерялся. Странно. Странно, куда он ночью мог спрятаться? Может, он спрятался куда-то в туман? Вот тут где-то, может быть, он где-то вот тут? Где же он может быть? Опять на меня нападает эта машина-трактор. Боже мой, оно едет прямо на меня. Фух. Боже мой, но Чика опять куда-то пропал. Странно, мне это не нравится. Я понял такую вещь, что Чико старается постоянно жульничать. И он жульничает всегда. Я вот стараюсь максимально быть близко к нему, но он куда-то уходит постоянно. Я следую за ним, я стараюсь его догнать, но он куда-то и мчится. И я не понимаю, как у него это получается. Потому что у меня не получается обогнать, он обхитривает меня. Он хитрит и обманывает. Я вот у него уже на хвосте, но у меня плохо получается его обогнать. Плохо получается, вообще никак. Я не знаю, что мне сделать, чтобы его обогнать. Но, блин, пытаюсь, но это очень сложно. Я не знаю, как он настолько проигрок, неужели, Чико, что я не просто не могу его обогнать. Неужели этот Чико Хиггс настолько великолепен в гонках? Я даже не знаю, может быть, стараться искать какие-то короткие пути и не давать ему выиграть меня? Но как это сделать, когда он обгоняет и хитрит? Он хитрит. Ну, не знаю, может быть, получится через вот этот короткий путь проехать? Ну-ка, я даже не знаю, куда он меня поведет. Даже не знаю, но Чико опять уходит. Чико урывается вперед, и я отстаю на 4 секунды, получается. На 4 или даже 5 секунд. Казалось бы, только что мы были рядом с ним близко, но теперь он меня обогнал опять. И старается это делать каждые секунды. У меня машина почему-то просто не едет. Это странно. Это странно, и у меня просто не получается его обогнать. И вот, казалось бы, я его уже догнал, но он опять опережает меня. Каким-то образом он старается обогнать. Посмотрите. Хопа, опа. Чику попался, и его ударило... Большой трактор, вы видели это? У меня есть шанс полный на победу. Он просто ударился. Вы видели, что произошло? Чико просто ударился. Офигеть можно. Что с ним произошло? Я не могу поверить своим глазам, как он сильно ударился об нее. Просто ошалеть, что произошло. Ребята, я думаю, за это надо точно поставить лайк. Чико Хиггс получил по заслугам и попал просто в такую ужасную ситуацию, в которой он ударился настолько сильно, что он поломал себе, по-моему, мотор. Он не может меня догнать теперь, и я заберу у него все кубки, которые он у меня украл. Все, что было своровано, будет теперь у меня, потому что я знаю, что я получу то, что нужно. Я смогу обогнать Чико Хиггс, и он заслуживает того, чтобы его обогнали, и он точно получит того, что он заслужил. Тот удар, который он получил, это то, что было нужно. Потому что воровать чужие кубки и говорить, что он лучший, когда он не старается что-то делать, он заслужил этого. Он заслужил того, что он так сильно ударился об трактор. И Чико Хиггс реально заслуживает этого. Заслуживает, и он проиграет в этой гонке, я уверен, на 100%, потому что давно была пора понять, что я все-таки лучше, чем он, и все в этом духе. Но ничего, сейчас мы его обгоним и дойдем эту уже миссию до конца. Мне даже волнительно, потому что, смотрю, он старается меня обогнать, он уже у меня на хвосте, и я не знаю, получится ли у меня выиграть в этой гонке или нет, потому что он уже догоняет, он очень долгое время был надалеке, но сейчас он близко, и он прям очень рядом. Я боюсь, что он обгонит меня и не отдаст кубки, но все-таки я
победил его в этой гонке, победил, ребята. Да, это Е, все. Поэтому обязательно лайк, подписочку, и я покажу, что произойдет в следующем выпуске. На с вами был Личи, и до скорых встреч, дорогие друзья.